Значит, ты у нас на лыжах 1.5 часа. Расскажи свои ощущения от смены техники. Ощущения? Например, к ощущениям относятся уверенность, страхи. Как ты себя чувствуешь? Тебя несет, меньше несет? Меня меньше несет, и как-то не боюсь я. И ты не боишься? Вот сейчас кочки были, ты как на них чувствуешься? Обычно ты, обычно я боюсь, кочки, там ты сразу говоришь, что а здесь сейчас как было? А здесь я, ну я не знаю, я за технику просто сидела. То есть тебя кочки вообще не взволновали даже? По барабану были эти кочки, мне их хотелось как-то хорошо обойти и правильно руку поставить. Форвардную, я понял тебя, да. Поэтому, значит, все так и должно быть. Смещается фокус внимания. Получается, человек начинает думать другими фокусами внимания, понимаешь? Другом, да. Понятно, да, идея, да? Ну, обычно, когда я каталась, у меня болело левое колено. Сейчас я каждый раз останавливаюсь и жду, пока оно у меня болит, не болит. Понимаешь, что не болит. А осознание того, что не болит колено, я так понимаю, что я правильно просто перекидываю. Перекладываю. Перекладываю вот эту вот массу. Ну, ты в правильном смысле слова именно перекидываешь, потому, да, что, потому что перекладывание – это тормозня. Если ты хочешь короткий порт уехать, это именно перекидывание. Это не перекладывание. Перекладывание – это какие-то большие повороты, по крайней мере. Поэтому сознание, что ты перекидываешь – это правильное сознание. Перекидывай. Это будет быстрая перекантовка. Ну да. И я понимаю, что не болит у меня колено из-за того, что я не давлю на колени. Из-за того, что ты не ломаешь колени в бока, наверное. У меня, да, у меня как-то я потеряла ощущение вот этой тяжести на коленях. У тебя в другом месте в теле просто все происходит. То, что ты пыталась раньше колени на излом делать, показывают, берут колени и их ломают к склону, например, делают закантовку коленями. Да. Это ужасная штука. Вообще у меня вот колени болели просто конкретно. А если человек в таком состоянии на бугры залетает, то вообще можно колени попереломать или потянуть их. Поэтому нельзя так делать.